За первую половину этого дня зафиксирован только один неприцельный обстрел со стороны боевиков на Донбассе. Об этом сообщили в администрации президента. Глава государства выступил с инициативой полного прекращения огня с полуночи 1 сентября. Соответствующее поручение получило военное командование. За минувшие сутки абсолютно спокойно было почти по всему Луганскому направлению. Там боевики совершили один короткий обстрел в Луганской. Оккупанты впервые за много недель не применяли артиллерию и танки тем не менее, не обошлось без потерь. Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение. Это произошло на Мариупольском направлении. Там, под Богдановкой, произошло столкновение между силами АТО и диверсионно-разведывательной группой боевиков. Силы АТО отбили нападение. Под огонь попали также Старогнатовка, Маринка, Докучаевск, Павлополь и Широкина. На Донецком направлении основные боевые действия проходят в Авдейской промзоне. Боевики практически с светанку до захода солнца. Боевики практически с рассвета до заката вели огонь по нашим военным. При этом состоялся один достаточно мощный минометный обстрел. В течение часа оккупанты выпустили 26 минометных мин. Кроме того, оккупанты нарушили режим тишины в Майорске и Верхнеторецком. На других участках фронта было спокойно. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов, в том числе один из тяжелого вооружения.